שלום לכם, בתרשם דף ימי, טרקטט פסחים ליסט בוסם סדמו, ירזון שדברי תורה לנשמת כל הנפטרים ויכולם הרב מרדכי בן דמר, שאול בן דברו, יפל בן אדיזוי, להסחת המסרופת המסרופה שמה לרב שמואל זלמן בן חנה, וגם חי אסתר בתמרה, רבקה בצרה. בשירה בזקון שלי סדמוי גלבו טרקטט הפסחים, סבודיה נשניים בסמוי גלבו, האישה היא נשנה את משנה גורית, האישה בזמן שהיא בבית בעלה, שחת עליה בעלה ושחת עליה אביה תאכל משל בעלה, משנה גברית, דבושקתו שתולכה שתו וישלה זמוש. היא כדר איזל קורבן פסח, כדר איזל יומוש, און דומו עניין שתונה בוד קושת מסיסנים. כדר איזל יועצץ, היא און תו שפשיטל יוב סוויו גרופו. גדי דלת, גדי קושת, גברית משנה, תאכל משל בעלה. פוסנה קושת, הוא סוויו מוז'ה. Теперь дальше Мишна скажет о том о ребенке, который был сиротой, или о рабе, у которого было два хозяина, или раб, который был наполовину свободный, наполовину рабом. То есть у него было два хозяина, один его отпустил. Теперь, что это значит? Она должна кушать у своего мужа. Но, говорит дальше Мишна, «Алха регель решен ля асот бебет авия, шахат алея баала, шахат алея авия, тохат бемаком широца». Но если она пошла в первый праздник, тогда был обычай, сегодня только обычай, что девушка, когда выходит замуж, жених невесты на первый праздник идут в гости к родителям невесты. Так, если она пошла к родителям невесты, и зарезал для нее отец, и также зарезал для нее ее муж, она имеет право покушать в том месте, где она выберет, говорит Мишна. Хочет у мужа, хочет у своего отца. Выходит отсюда, говорит Мишна, «Шмад мина, еш берера». Теперь есть очень важное правило, как мы с вами говорили, есть вопрос в гмаре. «Еш брера» или «эн брера». Что это брера? Сейчас я что-то делаю, но это непонятный результат. А потом это будет выбрано. Например, у человека есть бутылка вина, которую он хочет отделить, а должен оттуда отделить десятину. Но нет у него куда это отделить. Он говорит, я имею в виду, или трума, что вот в этой бутылке там 2%, которые положены для коэна, это для него, а то, что я буду пить, для меня. И потом то, что он оставит, теперь в бутылке там известно, что для кого и где. Видно, не видно. Поэтому как бы есть, которые говорят мудрецы, ты задним ходом можешь это выбрать в будущем. Поэтому здесь выходит гмара говорит, что для нее зарезал муж, для нее зарезал отец. В Песах, когда она придет, она скажет, о, я хочу кушать от папина Корбан Песаха или от мужа Корбан Песаха. Этим получается, что сейчас то, что она говорит в ночь на Песах, она возвращается на день перед Песахом. И как бы ретроактивно говорит, о, я хотела поесть там. Поэтому вроде бы вначале гмара говорит, что есть брера, но в конце гмара говорит нет. Что это говорит, что она может выбрать во время шхиты? Когда резали, тогда она уже должна была сказать, какой группе она хочет принадлежать, потому что один человек не имеет права принадлежать к двум группам. Майроца, говорит гмара, бишат шхита. Что значит, я хочу кушать там или здесь? Во время шхиты ты уже должна была сказать. Но гмара говорит, у нас есть другая брайта, которая вроде бы противоречит нашей мишне. Там написано, что в первый йом-тов кушает там, где она хочет. А в последующие потом кушает у своего отца. А мы сказали, что в первую она кушает у мужа, а в последующие у своего отца. Как так, говорит гмара, есть две вида невесты, мураборухай. Одна невеста, которая после свадьбы рвется пойти домой к своим родителям. Одно из объяснений, хахамин говорят, что она благодарна своим родителям. Она хочет прийти и сказать, вы меня отдали в хороший дом. У меня хороший муж, у меня хорошие свекровки, у меня хороший свекр. И ваше воспитание очень хорошее. Поэтому это одно из объяснений. Но эта невеста, которая рвется пойти к своим родителям, в первый год она кушает у своего отца. Во все последующие годы она выбирает, где ей покушать. Хочет у отца, хочет у мужа. Наша мишна говорит о той невесте, которая не рвется в дом своих родителей. Ей у мужа хорошо, папа с мамой знает, что хорошо, она у мужа. Поэтому она первый год кушает у мужа. А во все остальные она может выбрать. Дальше гмара так и сказала о взаимоотношении отца и детей. Гмара переходит к Агаде, к рассказам о том, насколько Всевышний любит еврейский народ. Как отец любит своих детей. И кроме этого, на нашем лице даются объяснения на несколько псуким из Чираширим. То говорит гмара так, что любовь Всевышнего это как любовь между мужем и женой. Сказал Всевышний Хошея Ханави, Банеха Хатум. Он говорит, твои дети согрешили. Еврейский народ согрешил. Что ему Нави отвечает? Хошея ему отвечает, Рибоно Шель Олам, Кола Олам Шель Хаум.
Эвирам, Биумахерет, Нави говорит, Бог, весь мир принадлежит тебе. Поменяй их на другой народ. Так говорит Нави. Кого, нас? Нас. Да. Бог ему говорит, Нави, иди возьми себе жену-блудницу. Возьми блудницу, и Гемара говорит, что она не только была блудница, ее мама была блудница тоже. Самая нечистая женщина, которая есть. И у него рождается 3 ребенка. Кто это был пророк, имя его? Кто? Ошея Ханави. У него порождается 3 ребенка. Первый сын, Бог ему говорит, назови его Израиль. Это Израиль, не Израиль, а Израиль, это слово Зера, Кель. Что Бог посею. Что я посею вас в Галут, отправлю евреев в Галут. Потом у него рождается дочка. Он говорит, назови ее Ло Рухама. Ло Осив от Арахем эт Бет Исраэль. Что значит Ло Рухама? Я больше не буду иметь милость, не дай Бог, на еврейский народ. И третий у него родился ребенок, был сын, назови его Ло Ами. Не мой народ. То как бы Бог не мой народ. То он женится, эти 3 ребенка у него рождаются. Потом Бог ему говорит, разведись со своей женой. Он говорит, как я могу развестись? У меня же дети. Бог ему говорит, ты не знаешь, это дети твои или не твои дети. Ты женился на самой нечистой женщине, которая может быть. И то не хочет ей развестись. А как ты хочешь, чтобы я поменял свой народ на другой народ? Красиво. Красиво. Поэтому Бог ему сказал, как ты хочешь, чтобы я поменял? Он говорит про еврейский народ. Банай, бехунай, бне Авраам, Ицхак и Яаков. Эхад ми арба киньяним шеканити баолами. Он говорит, мои дети, они дети моих испытанных, любимых Авраама, Ицхака и Якова. Это одна из тех 4 вещей, которые я приобрел в этом мире. Первое, говорит Бог, это Тора, киньян эхад. Тора это одно приобретение, которое Бог имеет в этом мире. Написано, Ашем канани решит дарко. Тора говорит, Бог меня приобрел, начало его пути. Второе, то есть, смотря в Тору, Бог создал мир. Второе, шамаем киняны хадихтивка наш коне шамаем варец. Второе, небеса. Это то, что принадлежит Всевышнему, то, что он как бы приобрел и сделал. Как написано, коне шамаем варец, приобретающий небеса и землю. Третье, бетамикдаш киняны хадихтив, арзе канта емино. Третье, это бетамикдаш. Как написано, эту гору приобрела его правая рука. И четвертое, Исраэль киняны хадихтив, амзу канита. Четвертое, это еврейский народ, как написано, этот народ ты приобрел. Тогда Хошея понял свою ошибку, и он стал молиться, и он отменил 3 этих декрета Всевышнего, Галут, что больше Всевышний, не дай Бог, не будет над ними смилостивиться, Бог милостился над еврейским народом, и больше Бог не считал, не называл еврейский народ не своим народом. Так как Гемара сказала про Галут, теперь Гемара переходит нам и объясняет, почему мы попали в вавилонское изгнание, в вавилонский Галут. Говорит Раби Элиэзер, «Ло хегла ха-кадош барух ху Исраэль левен аумот, эле где чи тосфу алехем герим». Гемара говорит Раби Элиэзер, для чего еврейский народ разбросал нас среди неевреев? Для того, чтобы неевреи приняли еврейство, чтобы к еврейскому народу присоединились герим. Раби Ошея говорит, «Седака аса ха-кадош барух ху Исраэль, шебзаран левен аумот». Раби Ошея говорит, что Всевышний сделал милость над еврейским народом, когда он расселил нас среди других народов, потому что когда, не дай Бог, одни хотят уничтожить нас, другие спасают. Мара приводит пример, что там был один праведник, который, написано, за полгода один из еврейских пророков или царей уничтожил целый народ. А этот гой говорит рабину, а смотри, вы живете среди нас годами, мы вас не трогаем. Он говорит, мы знаем, я знаю, что вы хотите у нас уничтожить. И вы каждый день делаете эти козни. Просто вы знаете, что у вас это не получится. Он говорит, да, мы, ты прав. Что если мы знали, что это получится, мы бы давно бы это, не дай Бог, сделали. Поэтому дальше говорит Гемара. Почему Бог отправил нас именно в Галут Бавель, вавилонское изгнание? 4 причины, говорит Гемара. Первое. Раби Хия говорит, потому что другой Галут мы бы не выдержали. Если бы Бог отправил нас в Галут Эдом, в Рим, там были очень бы плохие указы, тяжелые, что мы не смогли бы выдержать. В Бавеле не так сильно притесняли евреев. Раби Элиэзер говорит, что он отправил в Бавель. Бавель это одно из самых низких мест на земле. Что она глубоко как могила, говорит, но оттуда легко выйти. Третье. Да. Раби Ханина митне шекарок лешонам лешон Тора. Раби Ханина говорит, потому что их язык близок к языку Торы. Они говорили на арамейском, мы говорили на лешон акодеш, чтобы евреи могли продолжать изучать Тору.
4, Раби Йоханан говорит, он послал их обратно в землю их матери. Авраам Авину пришел оттуда, с Кувейта кто-то говорит. То есть он пришел из Бавеля, Всевышний снова отправил их туда, откуда пришел их братец. И 5 Ула говорит, потому что там очень много дейтс, фиников. Поэтому человек, и про Масехет Брахот мы говорили, человек, который кушал эти финики и сказал Беркат Амазон, он вышел, потому что финики насыщают человека. Не сказал Айс Вальпрец, финики насыщают человека. Поэтому Ула сказал, поэтому Бог туда отправил, много было фиников, было бесплатно. И рассказывает Мара, что пришел один из мудрецов в Бавель, ему принесли финики, коробку, он сказал, сколько стоит? Они сказали, 3 такие коробки стоят $1. Он сказал, так бесплатно это все стоит, так дешево, и они не занимаются Торой. Но когда поел, потом ночью спать не смог. В животе началась у него война. Потом утром сказал, ого, даже если такие-то финики не самые лучшие, но они продолжают изучать Торы, хвала этим людям, которые в Бавеле и нашим евреям. Поэтому, что бы ни было, человек должен находить хорошее. И ей рацион, чтобы Бог избавил нас, как в предыдущие времена, Баруха Адонай Леолам, Амин.